Они молоды, энергичны, любознательны и полны самых амбициозных планов. А еще с этого дня их объединила одна благородная цель – лечить и помогать людям. 15 ноября в Донецком национальном медицинском университете состоялось посвящение в студенты Международного медицинского факультета юных абитуриентов из Индии, решивших посвятить свою жизнь медицине. Мариуполь – good city. I like sea. I choose the profession of doctor because my parents also wants to become a doctor to see me, and I also wants to help for patients. My parents don't worry too for me because I'm in safe in Ukraine, and there is good study, education, and DNMU is very ancient and good university, and this is also a very famous university. Сейчас, с сентября этого года, к занятиям приступили 120 отечественных студентов. А сегодня у нас значимое событие. Значимое оно в чем? В том, что к нам приехали иностранные студенты. То есть рейтинг доверия к нашему вузу возрождается. 50 человек сегодня приступили к занятиям на первом курсе. Это действительно значимое событие и для университета, и для города в целом, потому что это рабочие места, это приток иностранцев в город, это престиж города. Вот, поэтому у нас очень большие планы на дальнейшее развитие нашего университета здесь. Действительно, открытие представительства вуза столь высокого уровня – исторически важное событие для нашего города и региона в целом. Юные мариупольцы и гости нашего города получили прекрасную возможность в выборе благородной и востребованной специальности. Именно через медуниверситет определяется новое стратегическое направление для кластерной медицины в Приазовском регионе. А это – диверсификация экономики, появление нового современного рынка труда и, самое важное, весомый аргумент в конкуренции за умных детей, как местных, так и желающих учиться из-за рубежа. Более 500 иностранных студентов готовятся принять стены университета уже в следующем году. Готовимся мы к новым изменениям в учебном процессе, готовим преподавателей к преподаванию на английском языке. Вот. И я думаю, что все от этого только будут выигрыши. Для будущих медиков университет организовал экскурсию по городу, показали достопримечательности и исторические места Мариуполя. С большим интересом студенты знакомились с неизвестной им культурой Приазовья. И уже сложилось первое положительное впечатление у студентов о городе, который станет для них домом на ближайшие несколько лет. Obviously, it's my childhood dream, and I really want to become a doctor. Like, seriously, it's a passion. Seriously, a passion for me. Firstly, people are so good, seriously so good, so, you know, jolly. I like the city. It's a peaceful city, I guess. And I like the beaches too. It's my first time. Yeah, I like it. Профессионализм опытнейших преподавателей Донецкого национального медицинского университета и энтузиазм юных дарований позволяет надеяться, что совместными усилиями в Мариуполе будут созданы все условия для высококлассного образования и формирования плеяды образованных врачей-практиков и ученых-медиков международного уровня. Ведь общепризнано, что инвестиции в сферу образования, в сферу науки и медицины – это инвестиции в здоровье наших людей, наше будущее и наше развитие. Донецкий национальный медицинский университет. Интеллектуальный потенциал профессионалов на службе здоровья и гуманизма. Наш адрес: бульвар Шевченко, 80.